Привет, народ YouTube. Посылка у нас с модулями. Два цента оценил посылочку. Продавец. Два цента вообще ни о чем. Наверное, ему так выгоднее. Долго ждал я его, но он появился все-таки. Вот такие штуки. Это у нас по питанию будет использоваться. Можно уже сразу накрутить. Блин, решил не накручивать. Потому что тут, как всегда, резьба такая, блин, пол витка, наверное, на этой гайке. Ну, вроде крепится. По-любому надо будет на клей садить, потом поджимать все это дело. Вот, три контакта имеется. Я вижу, он не работает. Третий контакт. Здесь тоже. Ну, возможно, там внутри. Я уже вскрывать не буду. Он здесь развальцован. В общем, кто видео смотрит, тот понял, для чего нужны эти штуки. Посчитал 10 штук, как и было. Как и заказывал. Ну, в общем, вот так все это делается, кому непонятно. Это все для самоделок. Придет время, будем самодельничать. В общем, как-то так. На этом я прощаюсь. Всем удачи, пока. До новых видео.